Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в городе Санкт-Петербург на замечательном мероприятии «Белые ночи». У нас проходит и как деловое общение, и мы гуляем по городу, смотрим на интересные места, на достопримечательности местные. Что хотелось бы сказать? Ну, наверное, многие меня знают. Я тренер по продукции компании BioSea. Ирина Кутузова, и я тоже принимаю активное участие в этом мероприятии. Моя миссия – предложить очень интересное и инновационное. Это новые продукты, ребят, это будет просто необыкновенная история. Это работа и продвижение, самое главное, нашего интересного продукта и безопасного. Мы очень гордимся, как сотрудники компании, вашими замечательными спонсорами. Это Владимир и Елена Коваленко. Коваленки, правильно, наверное, будет сказать. Потому что это ребята, которые предлагают очень правильное направление в бизнесе. Они предлагают инновационные инструменты для продвижения нашего красивого, безопасного бизнеса, нашего продукта. И они предложили нам очень много интересных инструментов. Я еще хочу прям подчеркнуть это красной линией. Мы гордимся, и я хочу всю эту историю передать вам, потому что у вас клевые спонсоры, они молодые, перспективные. Они достигли таких замечательных результатов за такой короткий промежуток времени. А мне остается вам пожелать, возьмите и обгоните этих перспективных, этих молодых. Они у вас очень клевые. Давайте. Вперед! Санкт-Петербург, которая подарила нам компания BioSea. Здесь можно путешествовать несколько раз в году и посещать обалденные места. Это то, ради чего я вообще пришла в эту компанию. Я просто очень люблю путешествовать. Люблю красивые места, люблю новые яркие эмоции, впечатления. Светлана Маспанова и Игорь Коваленко. В компанию BioSea мы пришли год назад, и за этот год мы
побывали уже в Грузии. Сейчас мы от компании прилетели в прекрасный, грандиозный, фундаментальный Санкт-Петербург. Мы выполнили 2 путевки в Испанию. Испания, Барселона, все впереди. И все это от нашей щедрой компании BIOSI. Крутой маркетинг, уникальный продукт, лучшая команда компании. Приходите к нам в команду. Ребята, семейные пары, приходите в этот бизнес, приходите в нашу компанию. Будем объединяться, будем создавать команды. Все реально, все достижимо, все абсолютно чисто, честно и справедливо. Да здравствует компания BIOSI. Расскажите, пожалуйста, ваши эмоции, впечатления от этой поездки в Санкт-Петербург в белую ночь. Впечатления просто супер. Я очень рада, что оказалась среди победителей поездки в Санкт-Петербург. Это замечательный город, он мне очень понравился. Я обязательно сюда приеду еще раз. И надеюсь на то, что приеду не одна, а со своей компанией, со своей командой. Город мне очень понравился, впечатления незабываемые. Команда, лидеры заряжают очень сильно. Когда наблюдаешь, как люди работают, как они добиваются таких результатов, хочется бежать вперед с такой супер замечательной компанией. Компания развивается очень сильно, очень быстро, и я думаю, здесь добиться очень больших результатов. Спасибо. Леночка, это Леночка, золотой директор, открыт статус платинового директора BIOSI. Леночка, расскажи о своих впечатлениях о нашей поездке в Питер от компании. Эмоции просто непередаваемые. Я вообще благодарна, то, что я пришла в нашу компанию, пришла Леночке в команду. Это просто великолепно. Город удивительный. Эмоции зашкаливают. В общем, приходите в нашу команду. Ждем вас. Всем привет, меня зовут Рина Шевченко, я из города Барнаул. В компанию BIOSI я пришла в декабре 2017 года, и уже в этом году я поехала вместе с мужем в свое первое путешествие в город Санкт-Петербург. До этого я не была в этом городе, и благодаря компании BIOSI я получила просто невероятные эмоции от посещения этого города. Я выполнила условия не только на себя, но и для своего супруга, который вместе со мной поехал в это путешествие, и наконец-то открыла себя, что сетевое это действительно работает, хотя изначально он в это совсем не верил. Ребята, присоединяйтесь к BIOSI, это круто! Всем привет! Мы сегодня в Петергофе. Компания BIOSI нам подарила уникальную такую возможность побывать в этом замечательном городе Санкт-Петербург, побывать в Петергофе. Как здесь все красиво! И мы всем
партнерам компании BSI рекомендуем более активно вести свой бизнес, чтобы больше путешествовать и добиваться хороших результатов. Приходите к нам в компанию! Привет. Мы топ-компания BSI, Елена Коваленко и Владимир Коваленко. И закончилась наша поездочка в Питер. Было очень вкусное путешествие, море позитива, эмоций. И что хочется сказать? Хочется сказать, что вы просто обязаны прийти к нам в команду. Почему? Потому что наша компания дарит практически минимум два раза в год точно классные путешествия. Путешествия на круизных лайнерах, путешествия в таких странах, как Испания, Грузия, в Грузию. Сингапур, Таиланд, Малайзия. Мальдивы. Следующий, кстати, Сингапур. Вот. Ну и в Питер мы ездили полностью за счет компании. Компания оплачивает полностью все. Поэтому ждем вас в нашей команде, мы научим вас самым передовым технологиям, которые позволят нам стать топ-1, и сейчас помогаем нашим партнерам очень быстро двигаться по карьерной лестнице, поэтому смотрите видео, точнее вы уже посмотрели, добавляйтесь к нам в команду, переходите по ссылочке под этим видео, там все подробности, мы вас ждем, научим, обучим, будем вместе путешествовать, кайфовать и зарабатывать. Приходите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте написать комментарии, как вам наша путевочка. Пока-пока.